Вот, всем салам алейкум. Леха, как всегда, салам алейкум. Пришел к нему в гости. Кореец позвал, короче, казаха в гости. Я в шоке, бишбармак. И как называется это? Карын бурме. Короче, в карын, конский карын, положил баранину, говядину, конину, джал-джая, все там, короче. Ну и этот. Давай. Вот теперь, короче. Бисмилля, да. Да, бисмилля. Смотри, какое мясо. Я казах, я первый раз такой кушаю. Я твой масхара. Так. И сюда грибы затолкал, нау-манау. Так. Вот смотри. С ребрышка мясо сошло, видишь? Вот. Двоюродный брат Паша, попробуй. Ну-ка скажи, как там? Салам алейкум, Паша. Алейкум ассалам. Ё-моё. А самое главное, казаха пригласил на такое национально-казахское блюдо и дал палочки. Вы даже не делаете, да?